Здравствуйте. Делюсь с вами нашей сегодняшней сборкой ракетки, а именно основание Yanhe Venus 14 Pro LC и накладочки Donic Bluestorm Z1, красная и черная, в максимальной толщине губки. В целом такая сборочка хорошо подойдет для людей, которые играют в атаке. Рекомендуем мы такую ракетку собирать людям с уже поставленной техникой, так как данная ракетка достаточно быстрая и требует четкого выполнения движений. Так, что хотелось бы сказать про это основание. Данное основание будет очень хорошей альтернативой более дорогим фирмам, у которых также выпускается основание с LC карбоном. То есть стоит это основание достаточно дешево, и по качеству оно очень приличное. То есть все, кто себе брали такое основание, все остались довольными. Поэтому отзывы по этому основанию самые наилучшие. Вот в разрезе, посмотрите, видны два слоя ALC карбона. Так что просьба обратить внимание на такое основание, кто себе ищет в принципе основание для атаки с ALC карбоном. Оно у нас практически всегда есть в наличии. Поэтому, кто заинтересуется, обращайтесь. Но что хотелось бы сказать про накладки Donic Bluestorm. Donic Bluestorm были разработаны специально под пластиковый мяч. У них изменена высота шипа и толщина самого топшита, что в свою очередь дало этим накладкам больше контроль, ну и скорость, соответственно. Данная версия Z1 это версия на жесткой губке и предназначена для мощной силовой игры топ-спинами. То есть у Bluestorm есть версии и другие, такие как Z3, Z2, Big Slam и еще более быстрая Z1 Turbo. Все эти накладки практически всегда у нас есть, поэтому вы можете обратиться и приобрести у нас себе такие накладки. Напоминаю, что при покупке составляющих в нашем магазине сборка ракетки – это бесплатная опция. То есть клеим, обрезаем, все это бесплатно. Вот посмотрите качество сборки. То есть все ровненько обрезаем профессионально. Также клеим торцевую защитную ленту. В общем, вот что получается. Поэтому, кому что надо, обращайтесь. Мы всегда рады будем вам помочь. Ну и до новых встреч!